И последним. Сегодня новое развитие получил, казалось бы, подзабытый скандал вокруг любовных похождений президента Франции. Парижский суд частично удовлетворил иск актрисы Жюли Гайе. Журнал Closer должен заплатить Гайе 15 тысяч евро за публикацию фотографий, подтверждающих ее любовную связь с Франсуа Олландом. Журналу также придется опубликовать само судебное решение прямо на обложке. Напомним, именно журнал Closer первым сообщил о романе французского президента на стороне. Оказалось, что на протяжении последних лет он изменял своей гражданской жене Валерии Триер-Вильер с актрисой Жюли Гайе, на свидание с которой ездил на мотоцикле, скрывая лицо за мотоциклетным шлемом. Вскоре после скандала Оланд и Триер-Вильер расстались. Сошелся ли президент Франции со своей молодой любовницей, неизвестно.